Первоначальный этап был самый тяжелый, было сразу связано все с преодолением песчаных дюн, барханов. Подъезжай. За кем мы едем? Подъезжай, 8.09. Подъезжай, не заезжай. Подъедь поближе и стой. Вот так вот, сумочку стой, чтобы тебе было видно часы, чтобы ты никому не мешал. Дай комиссарскую ручку. Есть! Что, Павел, ты пропал? Доброе утро, Борис. Ай, так! Так, а кому отдавай? А, это все, это на старте. И без съезда. Вообще просто засунилась. Вова, не веди себя хуёво, нормально. Бэра не получается уже столько лет. Поздно отвыкать! Побрат, тут есть легенда, говори опасные места, другое мне не нужно. Хорошо. Часто уже насос не жарит. Я буду на барханы вылетать ходом, за 2 метра тормозить, на вершине встал, газу и пошел вниз. Да, там есть одно место, что сразу дорога уходит вот так, а там дерево. Это. Но если в нее мы ударимся, мы его не собьем. Но и назад уже не сдадим, понимаешь? Он может быть стоять, только дерево пилить, а нам нечем. Миша, нам не надо заезжать? Нет. 8.12 старт. 8.12 я домой сюда въезжаю. А. Ты меня не сбивай, пожалуйста, потому что... Нет, за кем мы едем? За той машиной? Или Макар, еще кто-то? Да какая разница, за кем мы едем? Мы должны уехать в свое время, блядь. Хоть за трактором. Правильно, сейчас кто-то влезет, блядь. Хай лезет, блядь, это его проблема. Это его штраф. Мы следом за ним 8.12 заедем. Нам надо стать возле будочки 8.12. Да. Все. И с какими-то секундами. Все, заезжай. Поехали. С Богом. После гонки. Подъезжай. Сейчас он позовет. Блядь, задавишь. Эй, пусть. Что такое? Ну, нельзя тут ехать. Где надо будет, буду переключаться сам. Да. 160 правее, елки слева. Ну, сколько оно стоит? 12 плюс 5, 8.17. 8.17, это предписанное время старта. А какое напишут, я не знаю. Ты слышишь? 17. Да. Вот наша минута. Уже пошла минута наша. Да. 34. Не газуй, там закопается гребенка. We'll be right back.
Yeah.
километров. Едешь сто.